Главный тренер текстильщика подал в отставку. В минувшую пятницу красно-черные показали одну из самых впечатляющих игр за последние годы. Уступая по ходу матча Долгопрудному со счетом 1-3, хозяева все же сумели сравнять счет. Но на пресс-конференции про блестящую игру забыли. Вместо того, чтобы рассказать о матче и подвести итоги, наставник красно-черных Вадим Евсеев сделал неожиданное заявление. Итог. Сегодня была моя последняя игра в Лу. Как главный тренер, поэтому сегодня, с завтрашнего дня я уже не главный тренер-текстильщик. Иду на повышение в РФПЛ. Спасибо. Новость шокировала всех поклонников текстильщика. Как выяснилось, Вадим Евсеев получил предложение вернуться в тренерский штаб пермского «Амкара». После ухода Вадима Валентиновича Евсеева с поста главного тренера футбольного клуба «Текстильщик» исполнять его обязанности в ближайшее время будет тренер команды Игорь Николаевич Тихонов. Команда готовится к матчам первенства России по футболу в штаб-режиме. Ближайшая игра у нас пройдет 8 сентября. Поиск нового наставника красно-черных уже начался. Следующий матч пройдет на выезде. Команде предстоит сразиться с московским клубом «Казанка». Мария Попова, РТВ Иваново.